Россия, пролетаем какой-то остров, недалеко от Испании, только что покинули территорию Испании. И так понимаю, это остров либо Ибица, либо какая-то пальма. Да, Майорка, возможно. Тут такие внутренние озера есть на этом острове. Вот они, одно, и там справа еще одно. Сейчас уже не видно. Очень интересная форма острова. Здесь идет такая штучка. Маленький островочек. Их разъединяет буквально тонкая-тонкая полоса песка. Может быть, ниже она более толстая, но отсюда она выглядит очень тонкой. Вот такой интересный остров. Видно, что там лазурные берега. Вода светится аж рядом с пляжем. Поэтому я думаю, что там очень прекрасная вода. Все, остров пролетели. Так вот, надо будет потом посмотреть по карте, что это за остров. Но я думаю, что все-таки это, наверное, пальма. А может быть, все-таки Ибица. Посмотрим, что мы будем дальше пролетать. А вот, там еще один остров маленький. Он сейчас вот там. Где-то там. Вот он. Может быть, это... А вот видите? Маленький остров. Может быть, это Минорка? Все-таки это, наверное, Пальма де Майорка, а вот это, может быть, Минорка тогда. Может, это просто маленький остров. В общем, такие вот дела. Совсем недалеко от самой Испании, континентальной. Как дела? Как себя чувствуешь в полете? Да, чуть-чуть заспал. Летим на Мальту из этого Мадрида. Что там увидел? Острова? Мне кажется, что все-таки это Пальма де Майорка, и там рядом Минорка была. Малышка. Минорка. Майорка. Есть Майорка, а есть Минорка. Майорка — это от слова майор, большой, а Минорка — от слова минимум, минимальный. Серьезно? Минимальный остров. Да. Чай, кофе сейчас. Смотрите Анзор ТВ.